У молодежного парламента Орловской области новый председатель и его заместитель. Кандидатуры их определили сегодня. Из-за пандемии первая встреча нового созыва проходила в формате ВКС. Напомню, неделю назад окончательно сформировали состав из 50 человек. Сегодня, на мой взгляд, у нас прекрасная молодежь. Прекрасна их инициатива, которую мы поддерживаем вместе и с спонсорами, вместе с активными представителями и бизнеса, и государственной службы. Как только на сайте Орловского областного совета народных депутатов появилась информация о том, что вновь формируется совет молодежный парламент. Ребята, отдать им должное, огромное вам спасибо. Очень активно стали присылать нам свои заявки. Нужно было обязательно подать свой проект, интересный, либо законотворческий, либо волонтерский. Ну, в общем-то, очень важный для нашей жизни, для общественной и полезный, самое главное, для нашей малой родины, для нашей Орловщины.